Хорошо. Блин, я что-то не подумал сказать, типа, особый. Вот это надо было один, конечно, в одну голову. Стой, 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 стой. Бля, ты куда уехал? Зачем мне? Ты мне их столько кинул. Ну на следующие головы вдруг менять будешь. 6? Ладно, все, спасибо тогда. Пошли ВСК убивать. Идите ВСК, всех сумоньте. Здравствуйте. 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 Суманите там, пожалуйста, кто есть. Суманил, засунули. Сейчас лечу. Ребят, зайдите кто-то вниз, я просто шкаф поставлю. Лечу, лечу, понимаешь. Хай. Ипса, тыкни. Кто-нибудь тыкните. Я у нас... Слава, ничего... Слав, слышишь? Mm. А у нас есть какие-нибудь персы резервные? Я. Что значит резерв? Ну, в смысле, кто-нибудь там, когда уходил, оставлял каких-нибудь персонажей? Даже не знаю. Есть просто пара хороших рейдеров стабильных, которые, ну, готовы залететь, ну, как бы, либо им просто заново прокачиваться и приодеваться, время терять, либо уже что-то будет. А, что, это типа, сейчас... кто-то аккаунт даст или что? Ну, лично у меня нету таких контактов. Если у кого-то есть, я как бы не против, если аккаунт... Не, мало ли, просто кто-то там, ну, оставлял, когда уходил. Мне тут Ёж на днях пожарился и хотел отдать своего перста, но пока не отдал. Я его все-таки склоняю вернуться. Да, мне кажется, он просто по работе завис. Как раз просто квартал отчетности. Три месяца прошло квартал. Сейчас там бухгалтерия все на ушах сидит. Ешь вместе с ними. Че, ешь бухгалтер? Ну, не бухгалтер, он, короче, как я так понял, он типа как администратор, что, ну, не администратор, он, короче, с программкой с этой, только не 1С, а какая-то еще бухгалтерская программулька, вот, и ему, короче, он типа такой в техподдержке, ему звонят бухгалтеры и там начинают жалиться, что вот, я там что-то делала, там что-то то, не все, там где-то отчетности прошли, не прошли, короче, он такой, типа, а-ля техподдержка, саппорт. Короче, он бухгалтер. Бухгалтер. Милый мой бухгалтер. Что там, Бигвар что-то что? Говорит? Макс, прости, я должен был закончить. Я говорю, крыса, он офисный. Не, ну если так судить, тогда я тоже. Ты дипломатическая. А, ну вот это, кстати, верное замечание. Место осталось. Атака через что? Какая-то подруга мои каски сбила. Кто вам, признайтесь? А вот призывание сферы можно сбить притяжкой, кстати. Которого нет ДК, да? Никому не рассказывается. Что, нет ДК? Да. Вас на сутках. Он, кажется, 2 через 2 работает. Ну и что, ребята? Как дела у вас там? Нормально? Не знаю, я сакру эмам сдала. Да лучше вообще их не хилить.
видите шарик, сразу отбегаете от него. Нам бодипауги не будет брать. Два рейдера это хорошо, я за. Пускай даже с нуля прокачивают, провагоним вон в Накс. Ну какие классы? А чего делаем? Ну, у одного есть маг, там чуть-чуть, наверное, недокачанный, а у второго, второй вот сейчас пока в раздумье, он думает либо мага качать, либо мы ему сейчас посоветуем друля, эрдру. Вы их просто перестанете, да? Нам нужно... Провагонить могу, кстати. Провагонить могу. Эрдру надо, потому что у меня это третий спек. Эрдру у нас постоянно вообще нет. Тот же Сарик, у него плюс 10, наверное, часов, не знаю. Он у нас сидит на начало РТ, у него уже 3 ночи. Так тоже играть нельзя, но я не знаю. Вот сейчас его нету. Нету Эрдру постоянно. Бля, я выкачал Эрдру, хотел бы, может, Эрдру поиграть. Открывайте босса, бич, куда побежали все? Чё, это все равно убивать надо с рефлектом. Если они пойдут качаться, скажите, я ДЦ-шку хочу качаться. Я могу им ПП-шки пронести все. Я тоже кого-то второго вкачал бы, чтобы был. У меня, правда, балдынов из профессии не хватит уже. Кожевничество бесплатно, вроде, не? А? Кожевничество бесплатно, если я не ошибаюсь. Ага, прямо сейчас. Снятие шкур, что там, травничество, горное дело, качает что ли за его твину. Зачем тебе за кожевничество платить, если у тебя снятие шкур будет? Ну лучше бейте мобов с маной в первую очередь, чтоб шариков не было. Большого. Что-то с маной это нравится сюда. Не умел, ну вот пробег там. А знаете, почему будет во время того, как мы рейд чистим, молчит? Ну, трэш чистим. У него там поздно? Нет, он ждет, чтобы первым кожу содрать и на кнопку успеть нажать. А, там... А, у нас один лишний. У нас один лишний. Что лишний? Ну, ачиву. Один, что ли? Он панцер входит прибасить. Да нафиг тебе это чё, потом сделаешь. Так, погоди, почему типа лишний? А, да, все. А, есть зачем? Слава, слышишь, а ты виклик не зачислял? Не зачислял. Я же написал здесь. Вот, блядь. 34, блядь, рассеивания. Вот, блядь. Молчит, блядь, там кожу сдирает, блядь. Да, блядь, охуенная кожа. Я ж прикалываю. Слышишь, что-то у меня, походу, не зачислилось, потому что у меня с утра было 1500. Ну, потому что срез я делал когда? Вторник. Ну, неделю целую уже.
смысле? Я вчера прислал. Ой, я сегодня утром прислал, и у меня с утра ничего не поменялось. Ну потому что за эту неделю я вам уже накинул. Это уже на следующей неделе будет. Когда ты мне 6000 голды дал, и сферу, и вот это все, я тебе сразу накинул. А, да? Просто я сегодня за себя и за Роланду прислал тебе. Ну, за сферой 6000 голды, это же как бы прибыль с рецепта. Ну, то, что... да какая разница, я записал 150 и все. Это ну, уже ладно, на следующем КД просто. Не, ну туда Роланде там засчитай. Да я ей тоже закидывал. Всем закидывал. Ну на этом КД, что там написано в ДИСе, всем начислено. Все, я тебя понял. Это турбо. Ты ЕПГП вот мастер скачал, так ведь? Или просто ЕПГП скачал? Кто, я? Турбовый, да, турбопушка ты. Я ничего не качал, в смысле? Турбовый. Где вас в личку пишет, я не знаю, кто. Правильно, нахуй надо качать, блядь. А, без шмота походим, да? Подожди, здесь есть информация для новичков. Вот нас бой скинул папку с тремя аддонами. Эти аддоны нужно будет скачать и засунуть в папку аддонс. Нужно будет потом перезайти в игру и в модификациях включить устаревшие. И эти аддоны тоже включить, галочку напротив поставить. А, вроде бы они должны работать. У меня лично работает. Не знаю, если у вас проблемы есть, либо нет. Но если что, ты узнаешь, что у тебя работает аддон или нет, или правильно ты скачал или нет, тогда, когда лут начнут полить. Если у тебя не выскочит окно, оно будет на весь экран такое, типа, беру за 100%, за 50%, в общем, ты поймешь. Если не выскочит, ты отпиши в чат. Хорошо? Шкаф, давайте. Шкаф. Кстати, вот этого Петровича взял. Должен прямо сейчас скачать? А, ну если ты хочешь шмот ролить. Я не знаю. Типа... дальше делать. Я не успею сейчас скачать. Ну, перед ну дай это. Дай пускай Вой даст 2 минуты на этот. На перерыв перекурить пост. Ты успеешь скачать. Ну, блядь, там ну, уже курица. Прям самого Дискорда. Там кажется и не приора нету. К этому делу. А, ну если нет приора, тогда. Что лучше после смерти. А, вот уже перерыв начинается. Ну не, на самом деле пускай, да. Тоже, типа, не релогнуться, подойти может. Просто я сам отойти хочу на минуту буквально. Да-да-да. Звуки прерву зато. Кейра Мец у этого, знаете, он ролит, рейдит, нет вообще. Кейра, кто ничего? Мак. Не знаю, это. В гильдии он сидит по острове. Вот, кстати, у нас в гильдии еще один тоже кент, мой знакомый, хороший. Слез дерева, друид. Вот тот чувак постоянно это, все контенты за друля прошел. Сейчас сказал на классике, кто на только убьет, и все, и сразу сюда с головой переходит. Так что его пока не дико, он там он потихоньку заходит, там еще приодевается. Ты ему заметку запомнил? Да, Дарик, он в нашей гильдии. Вот сказал, сейчас Катуна там убьет на классике, и все, и сюда с головой приходит. Дайте стол, дайте стол. Маги. Базуками.
у вас там бафа-то нечего, это нам надо каждого тыкать. Так как там проверить, что работает все? Только тогда, когда будут распределять сумки. Просто в модификациях у тебя работает, ну, есть ЕПГП и ЕПГП Лутмастер. Ты засунул в папку? Да все, включился. Все, все. И ускоряющий включил, так ведь? Угу. Значит, должно работать по логике. Настя. А. Ты хочешь эрелить? Нет. Кто хочет эрелить? Я такое уйду, не знаю. Я могу только Накс. Надо ОС Накс сейчас. Я? Да, бога ради, давай. Я согласна. 10% ИП будет бонус РЛО. Я себе не накидываю уже давно, так что кто хочет ИП подзарабатывать. Ваша задача говорить просто, куда идти, когда Геру там давать и так далее. А я, если что, там сижу молчу. У меня просто поздно, все спят. Вот. Не, ИП не надо. Лут я раскидаю. Если что, я у тебя спрашиваю, я, то да. Я тут не сильно. Все, можешь приступать. Ассисты у вас есть с креветкой? Там Васа зашел. Стоп. Кулак там только дайте. Да, кстати, забыла распределить все. Вы же там сами распределились. Я каски кидают, Тагариус кидает просто. Упала там просто кулаки. А рыбка есть? Я рыбу поставил, ГБ только нужно. Да, ты пропадаешь иногда. Я? Да. Кнопку отжимаю, наверное. Сейчас. Я танком или ретриком? Нам нужно два танка, Тагариус и Клипса. Это МТшки, остальные ДВшки. И пятая пати это... Сафа, дай помощника, я немножко пати пораскидаю. Когда Клипса будешь так у босса держать, такая у нас на мелочи. Ну, на первом уровне при ДН Геро, второго есть что-то. Если что, я здесь останусь. В принципе, я готов на терче. Кто готов, жмите. У всех сейчас, все буквально есть. 10 секунд и подойду. Время прошло. На манту садимся сразу. Не бейте босса, не сливайте треньки. Скажешь, когда подойдешь, артефакт. 8. Я здесь. Успел. Давайте. Ставь его сам. Я буду периодически говорить, что когда волна будет приходить. Я надеюсь, не один лучок не выхитать. Ну что, бейте босса, раз Гер ждали. Зачем вы Геру дары? Как я сказал, спала нет. Ты дурачок? Мы на дракона первого сдаем, который при... Конечно... Я услышал спула, ладно, я не знал. Я услышал просто спула, серьезно. Вот ты мастер, флагмастер. Смотри, смотри. Это, лава, лава, лава. Под бачок босса, под бачок босса. Ага. Моб прилетел с вечной весьма бар. Все бурсты свои сдали. Перед мордой не стоят обычно. На полу и в драконом тебе не было на дубате. Лава-лава. Сейчас же еще можно его убить? Я потом... Потом трэш.
Ладно, если что, пугачёв выйдет. Так. Что-то всё плохо. Свечники страж. Наклевать их улетает. Мама идет сзади. Жопу прям. Скоро появится портал. Можно будет зайти. Артефакт. Надо сперва убить дракона, потом запутить. А, все, окей. Артефакт с ними уйдешь. Не сейчас, сейчас бьем. Так, сейчас добиваем и все убегают. Все ушли в портал, там и захиливаемся. Танчишь или Тагар? Тагар здесь оставьте, да. Чё-то я смотрю, вы там проседаете. Вышли, да. Все, отлично, вкус. Лава, аккуратно, не попадите под лаву. Говорят, люди, которые попадают под лаву, у них IQ, короче, меньше. Меньше, чем у девушки. Все. Длинная тактика хилам бить босса. Дайте, пожалуйста, гимномону, я оставлю тотем. Ну что, уходи, положу, поставим. Бить босса. Я джагу вообще не накинула. Должен. Лава. Под бачок босса. Ага. Мне кажется, мы никогда не сделаем отчилу, типа, чтобы никто не попал под лаву. Ну и пусть. Она ничего не дает. И что? Скилл рейда проверяем. Ну что поделать, если мы сделаем? Ой, потом мы куда идем? Типа, чтобы не проверяем. Накс. Ну, ничего не надо будет сразу идти. У меня есть идея Макса, короче, резнуть. Меня не забафали, так начали бить, я не стал тут включать, бунт поднимать. Макса, давай станцей. А то лежит там, ничего не делает. Лава, кабачок. Так она только появилась, ты уже начала кричать. Ну чё, блин, моментку у меня будет осветить. Вы летите?
первый знак равно получает сумку на 22 слота в рейд-чат. Так, и что мне нажимать в этом окне? 100%. Если надо, 100%, если не надо, пас. Что там, Войд, ты распределил, а то лёд всё там просто лежит. Так, а Вентер, ты на какой спек? На второй? Или на... А, вижу. А этот Петрович в Десе? Не знаю, загоните вниз его. Сейчас. Сори, Мак, тебя другое кольцо ждет. Не, это точно. Арти, тебе закину, если визири надо будет, наверное, друзей закинешь. Хорошо, если напишет. А, да, ему он напишет на офф, хочешь собрать. Классный, кстати, этот готок. Кто такой Азраил? Прист. Шипы. Шипы ДЦ, причем. Этот, Арти, у тебя с собой один камень? И красный нужен. Да, да. Нет, красный тоже нет. У меня только этот, только метакамень остался. Метакамень вот один мне дашь. О, нет, столько раз красный есть, есть, есть. Отдаю. Там я это, я совушке отдам, Маша. Кольцо. Написал, что надо. А желтый есть какой-нибудь? Просто забить. Ну так он для красного желтого. Мета есть еще? Да, есть. Дай голову сейчас эту себе ставлю. Давайте сидите, ты что-то не забыл. Никого со мной кто там заворачивает. Сами тебя. Я свой пати, каждый спит. Тоже спать не надо. А, возьмете мага Канами в Накс, пожалуйста. Да? Ты же в пати остался? Очарка с МП5 у Драконьего Союза, да? У меня он не прокачан. Тебе МП5? На голову. На голову Крентора, если не ошибаюсь, нет?
Ритон там. А, да. Что поделать, придется крит чалить. Да, давайте начнем с пауков. Я пойду в Даларан, отменяю перчатку. Че Васа в пятой пати делает? А Петрович в первой? Ну, не знаю. Распределил базука. В смысле, а Друлевская аура что, не работает, что ли? На хил? Она на весь рейд работает теперь? Да. Ё-моё, вот чё, это... Чё за аура, чё за аура? На 6% от хила. Древо жизни. Я весь... просто ещё немножко в это, в БК контенте остался, там только на пати работала. Короче, сумойтесь, я сейчас... ГБ поставь, я не могу так выдать, за сколько игрался. Капец, тут вообще все упрощено на ЛК. Вообще для ленивых патч. Стой, кнопку одну жми просто и все. А эти эликсиры откровения можно на альта или твинка передать? Да, да, да. Можно, если они эти. Если они там бежевого цвета. Так. В смысле? А, если. А если обычные персональные? Нет, персонально это ничего не могу. Персонально нельзя. Вот я линканул. Нельзя. То есть просто выкидывать, да? Ну да. 10 штук, круто. А зачем мне тебе тут? Да все, ну получается выкидываю тогда. Ты где, Петрович, АФК стоишь? Или клипс, отыкните пан, кто-нибудь. Я стою единственное. Я хил, а и я бегу. Я бегу. Ты там лучше хил, там хилов нету. Ладно, здесь сумма, я пошла хилить. Это, конечно, кек. А чё, как? Бинтами хилим. Войт, можешь этот, не знаю, типа РЛ отдать? Или меня на трэш, короче, групп лут, да? Кто там? А если слабый?